Известный рэпер Джиган исполнил свои лучшие песни для чебоксарских фанатов. В столицу республики артист приехал ненадолго, всего на несколько часов. Правда, и этого времени ему хватило, чтобы отыграть концерт и встретиться тет-а-тет с поклонниками. Встреча проходила в торгово-развлекательном центре «Каскад». Сегодня в торговом центре «Каскад Сити» проходит беспрецедентная акция вместе с бутиком «Black Star». К нам сегодня приезжает специальный гость из Москвы, певец поп-направления «Джиган». Сегодня абсолютно все посетители, которые зайдут в вновь открывшийся бутик, смогут получить его автограф. И в дальнейшем ТРЦ «Каскад Сити» будет вас всегда радовать такими сюрпризами и такими интересными гостями. Гость поистине интересный. О себе Джиган заявил громко, спев дуэтом вместе с Анной Седоковой. 4 года назад трек «Холодное лето» признали абсолютным лидером продаж в мобильном контенте. Вообще артист часто поет с кем-то, и реже один. Рэп-куплеты Джигана засветились в синглах Юлии Савичевой, Жанны Фриски и группы «Дискотека Авария». Благодаря этим хитам певца не раз признавали обладателем престижных музыкальных премий. Впрочем, сам рэпер отшучивается, что совместное творчество ему помогает преодолеть одиночество. Я вообще не люблю одиночество, поэтому я читаю с поп-исполнителями. Сейчас артист трудится над записью 2-го по счету альбома и активно гастролирует. В Чебоксары он приехал из города Кемер. С фанатами рэпер общался долго, фотографировался со всеми желающими и щедро раздавал автографы. Увидеть достопримечательности Чебоксар удалось только из окон автомобиля. Дав концерт в Чувашии, Джиган улетел в Киев. Анастасия Масляева, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.